Предстательная железа – исключительно мужской орган, находится в области малого таза под мочевым пузырем. По форме простата напоминает каштан. Она достаточно эластична, так как состоит из мышечных и железистых клеток. От полноценной работы железы зависит как половая функция, нормальное функционирование мочевыделительной системы, так и психоэмоциональное состояние мужчины. Предстательная железа является главной вспомогательной железой, которая выполняет важную секреторную функцию. Значит, в период созревания предстательная железа состоит в основном из мышечной ткани. После полового созревания преобладает уже более железистая ткань. Предстательная железа в организме мужчины выполняет три основные функции – секреторную, моторную и барьерную. Если хотя бы одна из функций работает плохо, страдает мочеполовая система и нарушается репродуктивная функция. Предстательная железа состоит из двух долей. С возрастом место соединения долей утолщается, сдавливая уретру. Возникают проблемы с мочеиспусканием. Аденомасом предстательной железы выявляется в возрасте более после 55 лет. Более 60-55% мужского населения. В большинстве случаев заболевания предстательной железы возникают из-за попадания в организм инфекции после незащищенных половых контактов. Проблемы с простатой могут появляться из-за частых переохлаждений, сидячего образа жизни и нарушений гормонального фона.